Здравствуйте. Вот люди хотел вот, я не знаю, хотел вам сказать, сегодня 22 марта, праздник в Казахстане Наурыз. Вот я являюсь инвалидом второй группы, и администрация города Семипалатинск сделала нам подарки. Мне смешно говорить просто вообще. Мне смешно вообще это говорить. Я не знаю, как им не стыдно. Нам подарили вот такие маски. Одну вот такую маску подарили мне торжественно. Их приехала целая делегация, наверное, человека 4-5 их было, там поздравляли с праздником. Подарили вот такую маску. Пожелали мне здоровья. Чтоб я не болел крепкого. Вот. Как вы думаете, люди, это что, это нормально вообще, вы считаете? Вот. Подарок от администрации. Подарок и поддержка это. Ладно, подарок. Это поддержка для, как вот, инвалидам, ветеранам войны, там, малообеспеченным семьям. Вот одна маска. Вот у нас семья, вот нас здесь 6 человек. И вот на 6 человек подарили нам одну маску, чтоб мы не болели. По очереди мы, наверное, ее будем одевать, носить. Или как? Или один поносил, постирал, другой одел. Наверное, вот так вот. Вот обратите внимание на это. Спасибо большое за внимание.